Композитора и пианистки, заслуженного деятеля искусств России, лауреата международных конкурсов, профессора Московской государственной консерватории Татьяны Георгиевны Смирновой. Татьяна Смирнова, Суздаль, цикл из 5 пьес для фортепиано из авторской русской школы игры на фортепиано. Исполняет автор.
дальнейшую программу сама. Я только попрошу вас, если будет меня вдруг не слышно, сказать об этом. Сейчас я хотела бы, чтобы прозвучала пьеса, которая называется «Сакура цветет» для флейты соло. Это сочинение посвящено памяти рано ушедшего замечательного японского музыковеда и философа Такео Сиина. Такео Сиина учился в Московском университете, был стажером Московского университета и консультировался у педагогов и профессоров Московской консерватории. Он писал диссертацию о творчестве Сергея Ивановича Танеева и был удивительно гармоничной, интересной личностью. Мне довелось с ним быть знакомой, и вот после трагического происшествия, когда он погиб в автомобильной катастрофе, и погиб он, к сожалению, в Москве, и родители приезжали его сюда, и потом увозили в Японию, и был там захоронен. Вот после этого возникла эта пьеса «Сакура цветет» для флейты соло. Я хочу представить вам исполнителя. Это ассистент-стажер Московской государственной консерватории Элла Пашкевич Должикова, руководитель, профессор Юрий Николаевич Должиков.
для скрипки и рояля. Этот цикл монотематичен, как 6 настроений. Исполняет Максим Лобос, скрипка, и Татьяна Ятчение, рояль. Thank you.
Теперь прозвучит цикл «Язык цветов», написанный для арфы. Этот цикл связан с легендами. Четыре части этого цикла исполняются без перерыва. И мне бы хотелось перед каждой частью, как эпиграф, прочесть саму легенду. В щебете птиц и жужжанье насекомых хранится тайна, послание от сердца к сердцу. В красках цветов и узорах трав проступают письмена святой правды. Первая часть цикла называется «Легенда об Остаре». Я хочу пригласить на сцену лауреата международных конкурсов Нину Двомичаву. Царица небесная, окруженная венцом из блестящих, как серебро, ландышей, является тому, кому готовит нечаянную радость. Thank you.
Богородицы три венка из белых, желтых и красных роз. Белые розы будто бы потеряли свой цвет от пролитых на них Магдалины слез раскаяния. Когда архангел Гавриил принес весть о прощении Господом его грехов. Thank you.
когда Мария была еще девочкой, она однажды ночью смотрела на небо, усеянное звездами, и высказала желание, чтобы звезды сделали земными цветами. Звезды тотчас отразились в блестящих капельках росы, и когда на следующее утро солнце озарило землю, то вся она была покрыта белыми прекрасными цветами. Мария была восхищена, украсилась ими и назвала их цветами Марии, маргаритками. Я хочу представить
исполнители это Сергей Игрунов, Людмила Сурикова и дипломат международного конкурса Евгений Шклянков.